Вот он и последний день события. Я сразу вижу, что надо будет поставить вот так-так. Ой, нет, конечно же, без нее. Мне пробного дают. Да, давайте посмотрим. Я не знаю вообще, на самом деле, на что он способен. Я хочу на него посмотреть. Также нам предлагают еще взять огонь. Но она у меня не сильно прокачана. Ладно, давайте попробуем так. Гигант, по идее, мы должны пройти. Кстати, может быть, Даньхэна надо было поставить? Ладно, мы уже об этом не узнаем. Смотрите, он неплох, кстати. Санбо. Айвульта. Он великолепен, ребят. Он просто великолепен, действительно. Я не понимаю, почему он так сильно бьет. Я в шоке от этого. Не знаю, слушайте, по поводу Асты. Оставить, не оставить ее. Может быть, Даньхэна все-таки поставить вместо этого? Сложный вопрос, хотя сейчас на сверхгиганте начнется, наверное, непредсказуемая какая-то битва. Ладно, давайте такой пачкой. Если что, вы будете знать, куда можно будет дойти. Напоминаю, что я использую обычных персонажей, 4-звездочных. У меня нет 4-звездочных на этом аккаунте. Давайте посмотрим, как далеко мы сможем зайти. И опять же, естественно, у нас есть два условия. Это 3 волны пережить и 6. Точнее, пройти, а не пережить. У нас на это есть 3 цикла. Слушайте, как он это делает, а? Он по всем бьет, получается. А как у них восстанавливается, я не понимаю, за счет чего? Ну, минус 1, кстати. Но мы не успеем пробить. Хотя Сампо потом может быть. Ну-ка, секунду. Есть. Великолепно, ребят, я хочу его себе в пачку, не знаю зачем, просто, ну. Так, первые условия выполнили. Ну все, опять, к сожалению, сводится к тому, что мы остановимся на 6-й волне. 6-ю мы не пройдем, пройдем только 5, скорее всего. Но надо было проверить. Вот она, основная. Кстати, вчерашнее испытание на основном аккаунте, мне, конечно же, удалось дойти до 8-й волны, я просто в шоке. Ну, там не 5-звездочный герой, естественно. Здесь так не получится. Ну все, к сожалению, видите, цикл заканчивается, и мы опять остановились на... Ну, Сай, ну давай, вообще, кстати, у тебя шансы есть, только... Он что, смог, что ли? Он что, смог? Смог, наконец-то! То есть, представляете, из всего этого события только в первый день нам удалось пройти 2 вот этих испытания. Условия. И в последний день 8-я волна пошла. Вы че, серьезно? Это за счет Сампа. Это за счет Сампа, вы понимаете? 9-я волна, последняя. Это подарок от разработчиков, ребят. Под конец. Что он делает? Невероятно. Не, ну сейчас-то все, к сожалению, да. Сампа уже все. Но было безумно круто. Было безумно круто. Да, мы дошли, мы выполнили 2 условия. Слушайте, на этом, конечно же, испытания все заканчиваются. Мы получаем 4. Это безумно круто. Не забываем подписываться, писать комментарии, ставить лайк, нажимать на колокольчик, смотрите видео до конца и подписывайтесь на все каналы, ссылки которых вы найдете в описании к этому видео. Пока-пока.